Я думаю, что она еще там чуть-чуть пойдет. Я бы убрал, чтобы тут и не было. И так-то не будет. Побеги короткие тут, так что тут не... подношение нам уйдет в это место на второй год. Тут много не будет. Лучше на... оставить на первом ярусе или вторым, а тут верхний ярус пока будет. Чтобы не терять лидера, чтобы, так как на этом дереве видно, чтобы лидер был прямо для, и для, а для утовки самое важное, она подносит на всех побегах и молодых, и от низу до верху, и когда идет нагрузка ягод на верхе, она... Открывается легко, да? Да, тут резать, чтобы получать ближе кроны, хорошие побеги. И будем укорачивать старые ветки, чтобы с пучков пошли новые побеги. И на однолетних побегах получаем сам хорошее подношение. При осенней посадке было бы совсем по-другому. Если была бы осенняя посадка, мы совсем на эти саженцы смотрели бы по-другому. А при весенней, если бы мы сделали посадку в конце марта, тоже было бы... И морозы, то мы. У нас и в начале мая были морозы. То они нам... Эти морозы, сколько их там есть? Минус 5, минус 3. Может быть, но было у нас и минус 7, минус 8. Ни в питомнике, ни в саду, страшно, в младых, да? Садах это не страшно. То минус 7, минус 8 это не страшно в конце марта или в апреле, в половине апреля в этом году были такие морозы. И они никакого повреждения не дали. И ничего не дали. Так что... Я бы этих морозов не боялся. Я при больших саженцах, при континентальном климате, если есть континентально, рекомендовал бы чуть раньше посадку. На не конец апреля, начало мая, а конец марта, начало апреля.